Так, снегурочки, Дед Морозы, вечеринка. Все как мы любим. Выступаем на лобной. Представляете, поучаствовал в конкурсе, подвернул лодыжку. Аня сделала вот такую перевязку, чтобы хоть как-то ее зафиксировать. Насыщенный-то нет. Ой, никак не вовремя. Вот скажите, пожалуйста, кто любит вот это есть? Я это обожаю. Вообще, просто... Ужас. Романтик за троих, короче. Том-ямчик, вот согласна, том-ямчик. Блин, я обожаю. Лебешки какие-то на районе, я таких не пробовал. Если я вот это кушаю, сами знаете, что я вчера делала. Короче, я отжала Игоряна кроссы. Слушайте, такие клевые вообще. Вам нравится? Короче, заходим к Лене в хату. Садиться, да, просто? Просто. Не, на самом деле, меня все так бесит, тут такие сюрпризы. Потому что потом все это дело убирать. Кровать, смотри, ведет это дело. Потому что потом все это убирать. Это пипец. Так, давай, Димуль. Тебе нравится? Офигенный дом. Вот, я же тебе говорю, давай тоже пробуй. Знаешь, на что похоже на этот? Блин, я забыл, как это название. Пробуй, Зай, тоже. Да не буду я это сейчас выкинуть одну устрицу, значит. Ну попробуй. Ну что, привыкай к еде такой, малыш. Ты уже блогер популярный. Ну, вот именно. Давай. Ямчик, к Таиланду привыкаю. Давай, Зай. Не буду это есть. Я подобный эксперимент проводила с Элиной год назад. Вот они с Баженовым пробовали тогда эти устрицы. Добрый два. Дальше что? Винный уксус. Чуть-чуть капельку. Вот. Давай, если в этот раз не зайдет, больше никогда в жизни их пробовать не буду. За, и я такая... А правда, многие так любят это вообще. Я обожаю вообще. Ой, я не понимаю. Диму, ешь. Че, все? Перемешала? Да, что давай. Ну, я так, да. Теперь любит. Я все люблю вас. Теперь любит, теперь полюбит. Давай. Давай, Зай, ты в ротик, а? Смотри, Дели, ну ты чё, горло? Вот я о чем и говорю, не каждому это вообще... Под силу, да? Нет. Так, всем доброй ночи. Сейчас читаю директ. И знаете, что сложно, когда появляются новые подписчики, когда они не знают твой юмор. И такие пишут. Максим, а кто вам сказал, что вы выглядите на 18? Бля... Да, вот такое утро. В любой непонятной ситуации, в любых переживаниях, сомнениях, смятениях, просто встаньте на гвозди. Даже когда просто все нормально, и вдруг вы почувствовали какую-то задумчивость, либо грусть, либо, может быть, мысли не приходят в голову. Поверьте мне, придут такие мысли. А всем желаю доброго утра и праздничного настроения. Сразу после бега мы туда зашли. Я знаю, что это за место и что здесь может быть такого полезного и интересного. Это красное сухое вино, друзья. Вот, например, можно что-то испанское, простое за 300 рублей. А можно старый добрый найти Кьянти рублей за 500. Базовый, но тем не менее, в общем, в моей жизни бокал вина всегда присутствует, потому что у меня есть антиоксиданты. Надо добавить съемочных 7 дней в оставшееся время до 31 декабря, понимаете? Понимаете? Ладно. Сколько я за это время бегал? Но назад оказался рациональный поехать на автобусе, потому что 5 километров не спиной.
Гляньте, где? Сегодня 100 мл за ужином. Белиссимо. Вот. Поэтому начинается счастье. Активная работа на проекте, потому что мы будем работать в два раза больше. Надо добавить съемочных 7 дней в оставшееся время до 31 декабря, понимаете? Понимаете? Ладно. Сколько я за это время видел? Утречка добренькая. Я что-то сегодня очень рано проснулась. Вы знаете, в таком настроении у меня, короче, что-то из крайности в крайность. Вчера было одно настроение, сегодня опять максимально категорически прям противоположное. Что-то меня, короче, кидает. Реально, нужны каникулы. Очень-очень срочно. Здравствуйте. Ребят, вижу много ваших комментариев, то, что этот трек я посвящал Даше, на самом деле нет, Дашин трек в процессе, я его вынашиваю, скоро запишу, поэтому этот трек про Сашу Черно, а следующий трек про Дашу Кравченко. Поэтому, ребят, я люблю посвящать девочкам треки, потому что они меня вдохновляют на написание хитов, поэтому скоро будет, и не только на это, да, Бог? Они вдохновляют меня на все, Бог. Ну, а... Покажи себя, покажи красотку какую-нибудь. А вот на то вдохновляет? Да. Да? Да. На 360? Да. На 180? На 180, 360. Короче, скоро будут треки, потом третий про Ирину буду писать. Так, ребята, всем привет. Не выхожу в сторис, потому что все пилю в Телеграм. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, если вы еще не там. Мы хотим с Лехой вам передать, короче, привет. Хорошего настроения. А еще у нашего хулиганчика, Диманчика, вышел трек. Следующий сторис, короче, по этому поводу сюда мы информацию. Заходите, скачивайте и слушайте. Что, что такое зумеры то? Так я же не знаю, спросили, скажите. Ну зумер это, ну звуки, наверное, зумеры. Рофл что такое? Не заведите вы нас, скажите. Рофл что такое? Наташа, рофл. Так скажите, что это? Ну вы сейчас что, рофлите, что ли? Откуда я знаю? Я не... Слушай, на вашем языке... видео. Я так понимаю, что это все связано с видео. Вот у нас, знаешь что, вот это запишут. Как говорил Гук? Слушай, лучше не записывай. Наташа, Наташа, скажи. Психи всем постам. Чего? Психи всем постам. Психи всем постам. Бля. Ой. Классика. Прости, господи. Наташа. Что надо? И выставь еще. Да, да, и выставь еще. Ну и дальше. Ну и что, ты кринжуешь, что ли, сейчас? Кринжую, а дальше что? Кремжую. Что такое кринжую? Да хрен вас знает, кринжую, не кринжую, пью. Курю. Так, Ксения. Здравствуйте. Мне бабушка сказала, что вы за мной наблюдаете, что вы меня поддерживаете. Спасибо вам большое. Передаю привет с поляны. Вот такое музыкальное сопровождение для моих фанатов. Сахим, пару строк можно не в шкаф спеть, а для моей подписчицы, любимой, которая очень сильно переживает. Под моим огнем или водопадом, будь моим самым-самым сладким ядом. Без тебя все гаснет, будто искры зари. Ты люби меня, как белые лили. Спасибо, бро. И сейчас покажу полянку еще. Вот такая сказка у нас тут просто. С наступающим Новым годом вас поздравляю. Всех благ, здоровья, уюта дома. В общем, всего самого наилучшего. Спасибо, что смотрите меня.